В ульяновском правительстве рассмотрели проект поправок в указ губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции. Строгая самоизоляция ждет всех граждан старше 65 лет, за исключением госслужащих и медработников. Ужесточаются и некоторые другие параметры режима повышенной готовности. Следующие несколько месяцев ситуация с ковидом будет дословно очень тяжелой. Следующие несколько месяцев ситуация с ковидом будет очень тяжелой. В глобальном срезе, вот прям ее дословно, мы находимся на критическом этапе пандемии. Поэтому берем это во внимание и будем понимать о том, что это тоже вызов и для нас. В связи с этим глава региона призвал контрольные органы самым жестким образом реагировать на несоблюдение перчаточно-масочного режима. Кроме того, Сергей Морозов заслушал проект изменений в указ, озвученный начальником государственно-правового управления Алексеем Преображенским. Губернатор отметил, что все эти меры обоснованы, но отложил окончательное решение по этому вопросу до 16 ноября. Павел Половов, Артем Куранов, Новости Улправды ТВ.